Дорогая мама, прости, что я сбежала, но я знаю, что ты бы меня не отпустила. Я уже не маленькая. И, наконец, готова к переменам. Думала, что будет классно прийти сюда с папой. А он тоже придет? Вроде того. Он под твоей рукой. О, боже, прошу, прошу прощения. Это моя мама. Зачем ты все это затеяла? Для списка. Ствол, перчатки и взятки гладкие. Что плохого может случиться? Я на мину наступил. Сань. Чего? Чего?